Следующая грамматика у нас будет «э». «Э». Очень легкая грамматика, когда она у нас употребляется. То есть это «где». «Где» конкретно «где». А возьмем в пример «считанейся». Чибейса. Вот, ничего сложного нету. Возьмем другой пример, еще один пример. В пример возьмем Чибекаю. Или же давайте возьмем такой пример. Допустим, два друга, да? Один звонит к другому и говорит. Пример, да? Сектанейсо? Спрашивает, да, он. Ты в сектане? А он отвечает. Они? Сектанейсо. Чибейса. Вот. Очень легкая грамматика, да? У нас вот «э». Ни у кого с этим проблем не должно возникнуть. Еще раз. Девушка спрашивает «эндига одиеса?» «Где он есть?» Оди у нас переводится как где, а э конкретно именно, да, где. Одиеса. Парень отвечает сектанейса. В ресторане? Где? Вот в ресторане. Вот где? Вот в ресторане есть он. Закрепляем эту грамматику. Итак, давайте закрепим с вами грамматику. Парень с девушкой общаются. Рассмотрим вот эту. Эндигао диэйсайо, кёширэйсайо. Вот у нас кёшир. Следующее у нас идет хэса. Эндигао диэйсайо, хэсайэ исайо. Эндигао диэйсайо, суёнгджангэ исайо. И так далее. Сиктангэ исайо. Кыкчанге и своё, пенгунге и своё. Окей. Ставим на паузу и переписываем для тех, кому нужно это.